кто за то, чтобы избрать на должность главы Солнечногорского муниципального района Слепцова Владимира Витальевича? Прошу голосовать за. Хочу сказать всем огромное спасибо, то, что на меня возложено серьезное и очень важное доверие, и я буду стараться его оправдывать. Я хочу поздравить его с вступлением уже в должность. И теперь полноценно он имеет возможность руководить нашей территорией. Вот чтобы мы, когда подходим к рейтингованию управляющих организаций каждой квартал, чтобы мы могли сразу раз на портал Добродел куда-нибудь зайти, посмотреть, сколько конкретно по каждому дому, какие-то жалобы, да, чтобы система была. Для нас стратегически важным является, чтобы система Добродела работала, чтобы взаимоотношения жителя, самого рядового жителя и власти были абсолютно прозрачны и предсказуемы, чтобы проблемы, которые существуют и в подъезде, и во дворе, и в городе, мы могли видеть и оперативно решать. Мы не будем дожидаться контрольных сроков, а уже сейчас будем принимать меры к тем подрядчикам, которые не укладываются в сроки, установленные главой района. Младший сержант Субботин, вы нарушаете общественный порядок, гражданка. Шухер, полиция! Чтобы поменьше преступлений было. Меньше бандитов. Вот чтобы мы, когда подходим к рейтингованию управляющих организаций каждой квартал, чтобы мы могли сразу раз на портал Добродел куда-нибудь зайти, посмотреть, сколько конкретно по каждому дому, какие-то жалобы, да, чтобы система была. Работу Добродела обсудил сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев с активными пользователями портала со всей Московской области. Встреча прошла в Солнечногорском МФЦ. Активисты поделились с губернатором мнением о работе системы и высказали свои предложения по ее улучшению. В частности, обратили внимание на отписки чиновников и не всегда соблюдаемые сроки получения ответов на жалобы жителей. Еще одно пожелание в адрес главы региона, чтобы обращения на портал перестали быть анонимными. Андрей Воробьев принял к сведению все полученные предложения и отметил значимость работы портала Добродел. Для нас стратегически важным является, чтобы система Добродел работала, чтобы взаимоотношения жителя, самого рядового жителя и власти были абсолютно прозрачны и предсказуемы, чтобы проблемы, которые существуют и в подъезде, и во дворе, и в городе, мы могли видеть и оперативно решать. Портал Добродел работает с 2015 года. За это время получено около 2 миллионов обращений по 35 категориям проблем. Из них решены более 714 тысяч. Ежемесячно порталом пользуются 300 тысяч человек, а всего зарегистрировано 763 тысячи. Самые популярные проблемы, с которыми обращаются на Добродел – вопросы по отоплению, коммунальным услугам и уличному освещению. Юлия Унрау, Олег Макаров, Анна Журавлева. «Наше время». Смотри нас в телефоне. Мобильное приложение «Солнечногорское телевидение» доступно в App Store и Google Play. Скачай и смотри.